Совсем скоро в Балакове откроется центральная сельскохозяйственная ярмарка. Стройные торговые ряды видели, наверное, уже все балаковцы, проезжая по Большой вокзальной. Сейчас на ярмарке идут заключительные приготовления к встрече первых покупателей. Предприниматели, кстати, уже оценили комфорт нового объекта, а потому в день открытия 9 декабря здесь можно будет приобрести все необходимые продукты. Ну а пока приглашаем вас на небольшую экскурсию, чтобы и вы убедились. На этой ярмарке все сделано для удобства и покупателей, и продавцов. Мы делаем для того, чтобы было очень удобно, светло, чтобы пришел потребитель и ему было где присесть, где остановиться, не видя никакой вообще грязи здесь. На сегодняшний день торговые площади заняты на 70%. Основной акцент делается на сельхозпроизводителей, потому что именно для них в первую очередь предназначена новая ярмарка. Я сам из села, я очень всегда мечтал. И это моя мечта осуществилась, вот именно построить сельхозярмарку для того, чтобы мои земляки и все остальные приезжали и продавали здесь свою продукцию. Потому что у меня мною, собственно, ручно написана программа «Жизнь на селе и чистый продукт». Я ее осуществляю. Это не рынок, а сельскохозяйственная ярмарка. Планирую где-то год-полтора завести сюда полностью сельхозпроизводителей. Но сейчас, на данный момент, идут и предприниматели, те, которые уже своими глазами увидели и хотят здесь действительно остановиться. Цены на новой ярмарке будут регулироваться, но продавцы и предприниматели от этого не понесут убытки, потому что стоимость аренды будет достаточно низкой. При этом руководство ярмарки планирует периодически встречаться с торговцами для обсуждения важных вопросов. Чтобы полностью было согласовано с нами цена, чтобы никого не обижать, каждый человек, чтобы он ушел с большим удовольствием и ни в чем не был огорчен в том, что я там заплатил, а ничего не продал. Будем в этом плане очень много встречаться со всеми. Для комфортной работы продавцов на ярмарке созданы все условия. Здесь также на каждом отделе осуществляется отдельно свет, в каждом отделении свет и свой счетчик. Есть освещение, есть крыша, есть специальные вход и выход, но еще плюс ко всему в каждом отделе у нас будет ставиться вот указатель, видите, это в любом случае подается сигнал, если кто-либо зашел, тот, кто не должен заходить сюда. Кроме этого, оборудована дорога для подвоза товара. Позаботились здесь и о покупателях. Для их удобства оборудованы трое ворот – со стороны вокзала, с улицы Большая Вокзальная и со стороны парковки. Здесь планируется стоянка легковых, чтобы были снова удобства для покупателей. Поставил легковую машину, перешел, купил. Но здесь будет встречать его холодная водичка летом в жару, лавочки, пожалуйста, садитесь, бабушки, дедушки, отдохните. И здесь в планах выстроить овощной рынок. Овощной рынок красиво, удобно, чтобы было все в одном кубе. Здесь же будет построено отдельное здание для реализации кормов для сельскохозяйственных животных. Покупатель приехал из села, не только продал мясо, молоко и все прочее, но и купил себе корм для животных и для птиц. В общем, ярмарка построена с заботой о каждом, кто придет сюда за покупками. Кстати, мы на 9 число делаем открытие сельхозярмарки, открытие праздник. Мы хотим поставить елку, сделать каток здесь в перспективе. На Новый год здесь пригласить детей, пригласить с детского дома детей, пригласить снова группу тех, которые будут вести всю эту передачу. И Масленица, и 8 марта, и Новый год. Планируем на этой территории устраивать праздники такие, чтобы было всем красиво, весело и здорово, одним словом. Итак, приглашаем всех балаковцев на открытие центральной сельскохозяйственной ярмарки 9 декабря в 10 часов утра. Вас ждут не только первые покупки, но и замечательный концерт, а также праздничные акции. Добро пожаловать!